Здравствуйте! Всем хочу вам показать детский микс Италия. Микс очень разнообразный, как по стрелдауну, так и по возрастам. Есть вещички как и на подростков, как, например, вот эти вот спортивные штаны, так и на совсем маленьких детишек. Вещи все превосходного качества. Все очень хороших цветов, все яркие, интересные. Микс содержит в себе спортивные вещи, классические, вечерние, парадно-выходные, повседневные. То есть все виды все в себе совмещает. Микс очень достойный вашего внимания. На вещах никаких дефектов не имеется, никаких следов носок, разумеется, тоже не имеется. Вещички все очень красивые. Банально нет вещей, которые хотелось бы отсюда этот микс убрать, потому что все они яркие, все смотрятся красиво, интересно. Минимум синтетики. Отлично подходит для летнего сезона. Очень много шорт, каких-то легких вещичек, никаких темных цветов, как раз под летом. Вещи с популярными героями мультсериалов, так и без принтов вовсе. Шортики для подростка, леггинсы, отличная ветровка Андрак на мальчика, как дождевик, рубашка Пола, футболочка на девочку. Небольшое пятнышко от пыли, непоправимое. Такой пошумнишка. Джинсы, соответственно, там ананасов. Как юбка классическая. Пляжные шорты, яркая рубашка на подростка, спортивные баскетбольные шорты, достаточно много красивых рубашек на мальчиков. Девичок на девочку очень красивый, платьишко, джинсовый шорт на подростка, джинсовочка, очень актуальный сейчас товар для всех возрастов.
шорты пляжные. Такой комбинезон на мальчика. Принтон Супермена. Очень много ярких цветов. И очень мало темных. Что нельзя не отметить. Для детского микса это просто обалденная палитра. Комбинезон на девочку. Спортивная ветровочка. Нижнее белье также плавательное. И купательные шортики. Моя любимая часть этого микса. Шорты бриджи. Такой платьишко в красную клетку. Синтетическая футболка легенькая. Хлопковая белая футболка на девочку. Под небольшой дождевичок. Рубашка на мальчика. Такие вот спортивные бриджи на подростка. Платьишко Рокси с бирками. Такие вот шорты на мальчика. Спортивная маечка. Из этого комплекта мы уже видели шорты. Такой вот дождевик обалденного качества. Сарафан на девочку. Спасибо за внимание.